Всем привет! Сегодня у меня такой обзорчик сделал по схеме освещения в вагоне и окончания вагона, тоже красные огоньки на цифровом и аналоговом. Вот они. Всем привет! Сегодня у меня такой обзорчик сделал по схеме освещения в вагоне и окончания вагона, тоже красные огоньки на цифровом и аналоговом. Вот они, схемы уже собраны, лежат. Сейчас будем их подключать, пробовать, то что они работают, все эти схемы. А схемы собраны вчера, нарисовал я, подумал своей головой. Вот мои схемы, вот по этим схемам я все это собрал. Вот схемы рисовал и по ним сегодня спаял все. Вот они все лежат. Окончание вагона 3 красных, освещение в вагоне цифровой аналоговый и тоже цифровой аналоговый такой схемка. И дополнительно вот еще будет деталька, это диод для цифрового, чтобы поставить вагон в одном положении, он будет только в одном положении с одной стороны гореть. Окончание состава красными огоньками. Ну, приступаем. Сначала будем мы пробовать аналоговые. Пульт стоит. Надеюсь, видно направление. В одну сторону, в другую сторону. Подключаем освещение вагона. Первая схема. Вот она. Раз. Два. Смотрим в одно направление. Горят. В обратное направление. Горят. Отключаю аналоговую, включаю цифровую. Горят. Здесь светодиоды с притивлением и диодный мост. Можно, грубо говоря, подключать как переменный ток, так и постоянный, независимо от полярности. Это первая схема. Включаю. Следующее, окончание вагона, задние огоньки, конец состава. На аналоговом горят в одну сторону, поворачивают в другую, не горят. Чтобы, допустим, вот не горят в другую сторону, просто надо перекинуть плюс и минус. Сопротивление это позволяет. Вот видите, загорелись. Это вот вторая схема. Третье, освещение вагона. Это вот я как раз вот то, что делал в вагончике, был ролик. Вот у меня там сейчас включено. Вот. В одну сторону горят. Переключаю. Вторую сторону тоже горят. Выключаю аналоговый. Включаю цифровой. Горят. Как говорится, подходит сразу же на две системы. Аналоговое и цифровое. Это вот третья у нас схема была. Ну, самое сейчас интересное будет. Как бы сделать нам то же самое на цифровом, чтобы было это окончание состава. Горели красные огоньки. Если, допустим, подключить цифровое, да, вот сейчас вот я подключаю цифровое.
Нет, сначала покажу вам аналоговый, то что в одну сторону горит, а в другую нет. А цифровой будет и так гореть. Не горит, горит. Отключили мы аналоговые, включаем мы цифровое. Они горят по-любому. Питание пошло, горят. Если мы поменяем проводочки, они тоже горят. Чтобы этого не было на цифровом, мы просто добавляем сюда диод. Видите, не работает, да? Вот эти заработал. Это у нас цифровое. Если поменять концы, то не будет он работать. Что-то не то работает. А значит, надо будет диод перевернуть. Он не должен гореть. Переворачиваем диодик. Да, вот он не работает. Зависим, как вагон поставить, в какую сторону поедет. Если, допустим, поставить его в сторону вправо поедет, то он не горит. Должен загораться. Надо, значит, поменять диод. Полярность диода поменять, и он будет гореть. Вот окончания состава загорелись. Вот они. Вот такой сегодня обзорчик. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите сообщения. По возможности я отвечу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.